ситуация на Тихом океане куда хуже, чем об этом сообщают. Пёрл-Харбор — это величайший провал разведки в американской истории. Готовься! Пли! Японцы задумали нечто большее. Ну и какова их цель? Мы полагаем Мидуэй. Вашингтон не согласен. Вашингтон ошибается. Сегодня ставки делают не на нас. Но мы докажем, что американский флот — это не шутка. Вы запомните этот момент до конца жизни.